Христа. Очень рад сегодня, что мы вспоминаем этих двух потрясающих, великих артистов. Они ведь учили не просто профессии, они учили и жизни, что, мне кажется, намного важнее. Валентина Александровна Ермакова, она так относилась к своей профессии, как к служению. Она так жила, для нее не было другой жизни, кроме этого. И так требовательно она была к нам, к своим ученикам. Я надеюсь, что мы ее не подвели. Я хочу сейчас сюда позвать, ермаковцы, идите сюда. Андрюша, Игорь Багалей, ермаковцы, кто там еще? Ира Копинос. Идите сюда, подойдите ко мне. Давайте вместе все возложим эти цветы. Это маленькая часть нашего курса, на самом деле... Многие не смогли просто приехать из Люба, не могли приехать, но тем не менее мы боготворим, любим нашу Валентину Александровну и счастливы, что мы ее ученики. И, конечно, Александр Григорьевич Галко, он был партнером, здесь есть Игорь Багалей, который был партнером тоже на сцене драматического театра. Какое счастье, что мы вместе с ними жили и учились у них, и будем дальше учиться. Спасибо им!